Мы снова в эфире. Информационный канал «Город» продолжает знакомить вас с актуальными событиями этого дня. Отчеты в топку. Жильцы дома номер 87 на улице Воровского переживают эпидемию жалоб. У них целый букет хронических коммунальных проблем. Сегодня они обратились в редакцию Первого городского. Мухи и тараканы в подвале, потопы из-за ветхих труб и неисправное отопительное оборудование. Шансы, что батареи в квартирах станут горячими вовремя, невелики. А зима уже близко. Ксения Веснина разбиралась в рубрике «Наболело». Мы находимся в квартире, где нету воды уже 2 месяца. Так вот мы воду или кипятим, или вот сегодня поедем к дочери мыться. Потому что уже бабушка старенькая, приходится ее на такси возить туда-обратно. Что делать? Или в кастрюльке греем, или ездим мыться. Маме Людмилы Перевозчиковой больше 90 лет. Она ветеран труда. Как минимум раз в 3 дня приходится нагревать кастрюли, чтобы помыться самой и искупать пожилую маму. Но отсутствие горячей воды не единственная проблема в доме. В последнее время в квартире замечены незваные гости – тараканы и мухи. С мухами справляемся или чем-то брызгаем, типа дихлофоса, или уже просто так бьем их. Тараканы канализационные, они такие черные, большие, вот они ползут по квартирам. Но мы там чисто в квартирах все обрабатываем, лезут прямо через канализацию. И много таких было? Много. Во втором подъезде, когда заходили в подвал, прямо как ковер. Некуда ступить, одни жуки были вот эти. Жильцы говорят, что все проблемы из-за сломанного теплообменника. В начале лета он сломался, в подъезд невозможно было войти. Он напоминал турецкий хамам. Из трубы постоянно текла горячая вода. Дом обслуживала управляющая компания Ленинского района. Теперь она лишена лицензии, а жильцы стали заложниками больших коммунальных проблем. Сейчас в подвале дома очень душно, около 30 градусов. По словам жильцов, 2 месяца назад было еще хуже. Температура достигала выше 40 градусов. Да и из самой трубы текло намного больше. Здесь было все практически в воде. Сейчас временно дом перешел к новой управляющей компании. Коммунальщики предложили на свои средства заменить сломанную часть трубы. Для этого нужно собрать 60 тысяч. У жильцов, а это в основном пенсионеры, таких денег нет. У управляющей компании просто денег с этого дома не собрано для того, чтобы провести данные текущие ремонтные работы. Не будет принято решение общим собранием, то в любом случае, наверное, здесь вмешаются надзорные органы. За неподготовку дома к отопительному сезону там штраф несколько сот тысяч рублей. Решением проблем дома сейчас занимаются активисты Общероссийского народного фронта. Они планируют направить запрос в прокуратуру. Если проблема не решится, дом останется без отопления. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Сообщить о проблемах в городе вы можете журналистам Первого городского канала в рубрике «Наболело». Звоните нам по номеру телефона или пишите в группу ВКонтакте «Новости Кирова. Первый городской». Ссылка на вашем экране. Журналисты помогут вам разобраться и навести порядок. А пока к другим темам.